Вот что я учил. Эта забегаловка моя. Ремейк «Дома у дороги» уже здесь, но не все в восторге. Сегодня на скринрант актер Джона Уика, глава Чичтыи. Скотт Эткинс рассказал о некоторых сценах боев с CGI в фильме. Эткинс играл роль Кила в четвертом Джоне Уике. И актер, похоже, не любит сцены драк в «Доме у дороги» 2024 года. Новый фильм с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором оказывается ремейком, основанным на оригинале 1989 года с тем же названием. Актер Кила сказал, что ему понравился фильм за исключением сцен боев. Он заметил, что с этими сценами боев с CGI, Суэйзи это не нужно. Затем Эткинс отметил, что CGI в боевых сценах может быть использовано уместно, приведя в пример бунтаря Джонни Нгуина. Итак, сколько на самом деле CGI использовалось в «Доме у дороги»? Джилленхол заявил, что бои были невероятно реалистичными. Опасем объяснил, что он и Макгрегор действительно обменялись ударами во время съемок. Однако CGI использовалось в некоторых важных аспектах, как видно в сценах боев на лодке и в баре. CGI делает бои слишком чистыми, лишая их жесткости и реализма. Некоторые рецензенты обратили внимание на плохой CGI. Что можно быть одной из причин, почему отзывы критиков о фильме были смешанными и его рейтинг составил 63%. Это далеко от 94%, который получил глава 4 Джона Уика.